Всем привет! Вы на канале Взлёт Самолёт. Сегодня мы будем танцевать тоже танцы. Четвёртая часть, пятая серия. Осталось всего две серии. И потом мы снимем пятую часть, если у меня будет 10 лайков. Да, и сейчас... Вот. И завтра у меня праздник. 10 подписчиков. Сегодня у меня 9. Вот какой-нибудь один подписчик. Вот быстренько подпишись, чтобы завтра не провалить праздник, а то будет провал, и все. И никакого праздника. Там будет 10 подписчиков написано, а у меня 9 еще. Так что подпишитесь. Сегодня я после каждых роликов, когда я буду танцевать танцы, я буду показывать вам по приколу. Сегодня будет тоже прикол. Помните, я вам показала прикол? Вот и сейчас будет сегодня прикол. Ну ладно, я уже залезаю на эту полочку нашу, сцену. Вообще, это такая фишка, танцы на полке. Ну такие прикольчики тоже могут снимать. Я снимаю не только эти пакетики там, где... Мы и так их уже продали, я уже большой. Мне 7 лет. А тогда мне 5 еще было. Старик. 2 года назад. Это вообще уже 2020. А сейчас уже 2022. Ну ладно. Кстати, можете повторять за мной. Ну все. Музыки, к сожалению, не было. И я вам обещал прикол. Смотрите, у меня есть iPad. iPad, кстати, 10-й. Вышел давно. Но, кстати, крутой. По-моему, там 2010. Не знаю. Это 14, когда я родился. Сейчас мне 7 лет, просто у меня 12 декабря. Я вообще не на Новый год. Смотрите, у меня есть айпадик. Смотрите. Я его разбил, да? Смотрите, я его разбил по-настоящему. Думаете, что я его разбил по-настоящему? И это не так. Смотрите. Тут только чехол. Вот. Представляете? Только, пожалуйста, не забудьте, что надо планшет вытаскивать. Или вы по-настоящему разобьете iPad. И это будет некрасиво. Так что всем пока. Подписывайтесь на мой канал.